Внимание! Уважаемые зрители, сегодня мы с вами поговорим о двух очень частых причинах болей в стопах. Я заведующий отделением цитоморфологии, Валевач Михаил Николаевич, и мой собеседник, представьтесь. Садвокасов Нурбек Абейкенович, врач-травматолог-ортопед высшей категории. Вот у нас с вами есть здесь несколько иллюстраций. Стопы. Что здесь происходит со стопами? Здесь уже большая запущенная деформация в области первой плюсни фалангового сочленения правой стопы, второй, третьей степени. Так, ну, я думаю, нам не нужны такие подробности, но, по крайней мере, вот здесь те изменения, которые, в общем-то, каждый из нас может заметить, в общем-то, у себя, у окружения, окружающих. На глаз, да. И это просто некрасиво, или это приводит еще к каким-то нарушениям функции и так далее? Совершенно верно. Это значит, в первую очередь, это внешний фактор играет. Конечно, красота играет тоже. Некрасиво, это понятно. Но плюс самое главное, что неудобно, боль вызывает при ношении обуви. Даже свободную мешает носить, вот, мешается этот, ну, свободный тоже практически мешает и возникает боль. Отсюда возникают вот эти трения в области головки первоплюсневой кости, омозолелости, постоянная боль, отекает. А какая упает. Причина? Мы видим, причина в основном за счет того, что имеется нарушение свода стопы. То есть это заболевание называется одно- или двухсторонний продольный плоскостоп или поперечный распластный стопа. Бывает характер врожденного характера, есть приобретенного характера. То есть можно приобрести, а за счет чего приобретается? Приобретается такое? За счет того, что неправильно идет нарушение осевая нагрузка на свод стопы, идет ненормально. То есть в норме у человека осевая нагрузка должна падать на всю стопу. А когда идет патология, то есть отклонение от нормы вправо или влево, происходит нагрузка на передний отдел свода стопы, например, сюда вот на передний отдел свода стопы. То есть человек неправильно ходит, получается? Неправильно ходит. И... Он ходит неправильно, потому что его не научили или потому что ему что-то уже мешает правильно? Уже мешает, нагрузка смещает центр тяжести. Центр тяжести смещается и нагрузка падает на передний отдел. То есть врожденные какие-то изменения существуют стопы, и... он ходит неправильно и делает хуже. Да, и потом так. Свод стопы здесь ниже 40 градусов. То есть свод стопы низкий, очень за счет этого распластная стопа возникает. Палец первый компенсируется, все пальцы компенсации принимаются в форму специально, чтобы как-то компенсировать то, что есть вот эта патология. Ну и в плане диагностики, я так понимаю, во-первых, характерный внешний вид, и вот здесь у нас на картиночке показан рентген, то есть он тоже что-то подает. Он абсолютно, рентгенография обязательно, это подспорье, параклиническая методика обследования, если после клинического осмотра делается, потом заключение делается рентгенологическое, смотрится врачом-рентгенолог, после этого смотрится врачом-специалистом, травматологом, ортопедом, и смотрится визуально прямая боковая проекция, двух проекций делается. То есть здесь имеется деформация в области первого плюсневого фалангового сочленения, запущен случай третьей степени, то есть первый палец уже ушел на второй. Это типа молоткообразного пальца идет. Так, а вот здесь что-то можно сделать? Здесь только операция делается. Вот в этих запущенных случаях. А если не запущенный случай? Если не запущенный случай, то имеете в виду, вы имеете в виду первый, второй степень, да. Тогда, значит, коррегируется консервативный метод лечения. Консервативный метод лечения заключается в следующем. Первое – это массаж обеих стоп однозначно по 10-15 дней в месяц. И эти курсы продолжают в течение 3, минимум и 6 месяцев максимум. Обязательно. Это второе занятие плаванием. Обязательно, значит, утренняя гимнастика, то есть вести здоровый образ жизни надо будет. И обязательно подключаться к физиопроцедуре, то есть снять болевой синдром, отеки, воспаления в области первого плюсня фалангового сочленения или переднего отдела свода стопы. Так, и ношение плюс супинаторов, или стельки по-нашему называется. Ясно, то есть это ортопедические мероприятия. Ортопедическая обувь специально. Характерно. И чтобы с целью разгрузки стопы. И это что, это замедляет развитие, или это приостанавливает, или это даже обратное дает? Если развитие. Вы конкретно говорите по поводу супинатора, супинатор или так называемый простонародный называют стельки, то они останавливают, замедляют этот процесс, насколько это возможно. То есть, вот, например, я вам до этого говорил, что передний отдел свода стопы, если страдает, то при одевании супинаторов, то они практически нагрузка распределяют на всю стопу более-менее равномерно, будем так говорить. Но обратного развития практически нет, да? Обратного процесса нет развития. Поэтому тут очень важно уже самые ранние изменения себя заметить и обратиться. Если есть сомнения, тоже к доктору обратиться, иначе, в общем-то, вы начнете заниматься собой тогда, когда уже стопа изуродована.
Самолечением заниматься не надо, и не рекомендуем, да. Сразу надо обратиться к врачам-специалистам. Да. Ну, по крайней мере, хотя эти состояния необратимые, тем не менее, на любой стадии можно избавиться от мучений за счет лечения правильного и ношения ортопедических. Не только ортопедических, вот это идет то, что я вам как-то сейчас я еще напомню, что телезрителям, что ли, пациенту, что нужно носить и бейсы. Ну, бейсы так называемые, это специальная есть корректирующая прокладка, которая устанавливается между первым и вторым пальцем стоп. Ну, это временное тоже явление практически, но, по крайней мере, снижает некоторую боль, интенсивность. Ну, по крайней мере, в общем-то, есть мероприятия, которые на любой стадии позволяют значительно облегчить жизнь. Да. И в крайней стадии уже хирургическая операция. Да, травматологическая операция, коррекция обязательно делается. И вот сразу еще одно заболевание, видимо, близкое, родственное. Вот что мы здесь видим? Здесь, значит, мы видим на этих снимках, видно, значит, здесь свод стопы низкий, если это поперечно-распластная стопа, свода практически здесь нет, как вы это видите. В норме свод должен как минимум 40 градусов. То есть как это называется вообще в народе? Плоскостопие называется. Плоскостопие. Да. Вот на заднем, вот на этом снимке видно, что сзади, допустим, вот видите, какая-то деформация, несколько небольшая деформация к наружу идет, отклонение к наружу от оси. Ось должна проходить прямо перпендикулярно по оси до кончается запястной кости. Вот, так. Вот, кстати, я думаю, что стоит обратить внимание родителей. Дети могут не жаловаться, но вот если вы увидите, вот, как здесь на картинке стопа, и особенно вот характерное изменение вида сзади, то обращайтесь к врачу, не ждите, пока, в общем-то, разовьются серьезные осложнения. Еще я хотел добавить, что, допустим, у детей до 18 лет обязательно тщательное наблюдение не только врачей в динамике, но наблюдать надо, родителям наблюдать, потому что вот даже ношение обуви, может быть, он как-то сносит обувь к наружу или к внутри. Это тоже как-то настораживает должны родители, и они должны обратиться к врачам-ортопедам до 18 лет детских. Вот еще один рисунок, вот здесь еще иллюстрация. Вот это нормально, вот тут вот, перпендикулярно слева, прекрасно, нога без проблем, здесь никаких претензий нет. А вот из отклонения от нормы идет, видите, то, что вот говорилось выше, отклонение к норме, видите, к наружу, дуга вот есть. И вот скошенность, также будет скошенность, обувь скошенность, допустим, торно-пятного сочленения к наружу. Вот обращаю внимание зрителей, это очень легко заметить. То дети сами абсолютно могут не обращать внимания, а родители должны это замечать, и что-то вовремя обращаться. Так, здесь вот еще одна картиночка. Ну, здесь видно, явно тоже видно, двухсторонний продольный плоскостопий с обеих сторон. Скорее всего, это не леченые. Было, видать, это врожденное, потом оно плавно перешло в приобретенное. И вот практически результат того, что динамическое наблюдение не было, не лечено специалистами. И за счет этого запущенный случай двухсторонний продольный плоскостопий стопы. Свода практически нет, стопа распластана. Свода абсолютно то есть нет. Плоскостопие, даже небольшое, имеет свойство нарастать, если не принимать меры. Если никаких мер не принимать, стопа будет практически деформирована и дальше ведет к деформации пальцев стоп. И особенно первого-второго пальца. Вот у нас рентген есть. Да, рентгенография, выше и говорил, что это является подспорьем. Обязательно измеряется подографией, делается так называемая, или рентгенография, а потом, если конкретно, делается подографией. То есть угол измеряется. В норме угол, то, что я выше говорил, должен быть не менее 40 градусов. Свод стопы обязательно. И вот даже если смотришь визуально, прямая и боковая проекция, видно на свод стопы в каком положении, какой у него угол. Сразу можно определить. И дополнительно вот определяется рентгенография или подография. Или у подростков, или же, допустим, взрослых. Вот я помню, когда был еще ребенком, ходил в детский садик, приходила доктор и заставлял нас мокрыми ногами ходить по полу. Видимо, это тоже какая-то методика выявления. Методика-то есть, конечно, потому что там отпечатки остаются же. На это, допустим, на полу или где-то остаются отпечатки, и сразу видно будет, какой свод стопы. То есть есть ли присутствует там свод или нет, или она четко будет, стопа плоско ложится. Четко она будет, стопа будет, она рельефно отображаться. Ясно. То есть разные способы, поэтому, в общем-то, если малейшее подозрение возникает, надо обращаться, потому что болезнь прогрессирует однозначно, без этого. Однозначно. Так, вот здесь вот еще такая картинка интересная, с обувью, да? Да, это с обувью, ортопедическая обувь специальная, это супинатор, или так называемая стелька, о чем мы говорили, вкладывается в обувь и носится постоянно. Постоянно носить надо обязательно. Да, специальная обувь, видимо, еще выпускается. Да? А особенно страдает, вот замечено, даже по литературным данным и статистические данные говорят, и во всем мире так, не только в странах СНГ, по советскому пространству, о том, что практически вот эти двухсторонние продольные плоскостопия или поперечно-распластные стопа, практически они возникают чаще у женского пола почему-то.
Так, и вот у нас здесь еще несколько картинок. Это, видимо, массаж, это да? Это массаж обеих стоп делается. Есть, ну, массажи-специалисты знают, что массаж делается целенаправленно, практически полностью свод стопы массируется, с захватом голеностопного сустава, то, что здесь вот показано, пальцев стоп. Массаж обязательно должен быть глубокий, проникновенный такой. Все мягкие ткани, вплоть до костей стоп и голеностопного сустава. Так, и вот здесь... Я вижу, больной это, какой-то катает, да, какой-то цилиндр. Ну, раньше в народе, значит, были разные так слухи, будем говорить, поговорки, слова, говорили, что вот надо бутылку катать. Вот ко мне на приеме часто бывает, приходят подростки, говорят, а вот мне сказали бутылку катать или взрослые катать бутылку, и все пройдет. Я говорю, извините, одним катанием бутылки или одним, вот, допустим, ну, здесь комплекс есть комплекс, должен быть комплекс, да, мероприятий. А в чем он заключается? Комплекс мероприятий должен быть в первую очередь, это здоровый образ жизни, то, что я говорю, утренняя гимнастика, однозначно, по 10-15 минут хотя бы. Занятие плаванием однозначно. Под руководством, если не умеете плавать, значит, под руководством тренера у вас в городе, слава Аллаху, есть специалисты, тренера, но это платные услуги в наших бассейнах. И, пожалуйста, они вас научат плавать. Это первое. И второе, по крайней мере, коррегируют вот эти патологические отклонения, которые имелись у подростка или у взрослого. Вот это. Потом, значит, естественно, это консервативное лечение сюда входит. Я вам говорю, вот здесь массаж мы уже перечисляли. Потом, значит, сюда входит за физиопроцедуры всевозможные. Если есть болевой синдром, однозначно надо купировать этот болевой синдром, то есть снять болевой синдром. Вот. И ношение, то, что ортопедическая обувь, я сказал, вот эти спейсы. Вот это можно носить, но не временное явление носит, но, по крайней мере, болевой синдром купирует, по крайней мере, можно обувь носить. Но высокую обувь, естественно, которую женщины или молодые женщины, девушки хотят носить, если у них имеется патология, вот это то, что выше сказано, двусторонний продольный плоскостопие или поперечная расползная стопа, то они эти высокую обувь никогда в жизни не будут носить, пока они придут более-менее к куда-то состоянию. Порядок, да. Так. И какой порядок обращения к врачу? То есть, в общем-то, больной или окружающие что-то заметили. Кому он должен обратиться? К участковому терапевту или напрямую к ортопеду или еще кому-то? Сразу надо обратиться. Если, допустим, детский подростковый до 18 лет лечит врачи, ортопеды и травматологи детские, то обратиться к детским. Это однозначно. А если взрослый после 18 лет лечит врачи, травматологи, ортопеды взрослые. И какой все-таки прогноз у этих людей? Ну, прогноз, если чем раньше обратишься, тем прогноз лучше будет. Вообще, прям пропорционально зависит. Плоскостопием надо заниматься лечебными мероприятиями всю жизнь, или же все-таки как-то восстанавливается, стопа становится нормальной? Плоскостопием надо заниматься постоянно. Постоянно. Ну, что ж, дорогие зрители, следите за своими стопами, следите за стопами своих родственников, окружающих, и вовремя обращайтесь. Спасибо за внимание. Спасибо, всего доброго.